Ну вот в зеркало, наверное, вот так вот с временами гляжу, вот, наверное, вот так вот она выглядит. Моя совесть. Но я стараюсь быть очень честным по отношению к миру. Мне кажется, это правильно. Тот закон, по которому живет человек. Дальше он или есть, или нет. У всех она как-то по-разному развита. Недоразвита, переразвита. Ну, как-то в зависимости. Я бы ее сильно медленнее менял. Скажем так, да, безумные темпы, которые в последнее время стали все наращиваться и наращиваться. Там это же касается и всех этих оголтелых благоустройств, когда там все под одну гребенку зачесываются, все улицы в темпы, которые раз в 10, в принципе, превышают какие-то нормальные темпы для нормального проектирования и нормального взвешенного, обдуманного строительства. Понятно, что это связано больше с политикой, нежели с необходимостью действительно все перестелить. Да? Вот. Кстати, надо что-то делать постепенно, да, но пока я не очень понимаю, что, к сожалению. Очень раздражают сроки и темпы, которые сказываются неизбежно на качестве, продуманности, взвешенности и прочем. Вот, наверное, вот только это. В остальном, да, понятно, что возникают какие-то и архитектурные казусы, их как-то все больше и больше возникает. Вот, временами кажется, что-то возникло, а оно вроде как не очень плохо. И сразу же кажется, что вот не очень плохо уже переходит в качество хорошо, к сожалению. Из-за того, что очень многое делается быстро, я уже сказал, с какими-то безумными темпами, графиками, за которые просто нереально сделать ничего нормального. Но это политика. Ну, если быстро все сделать типа вроде как хорошо, ну, всем как-то станет поспокойнее, да? Занялись благоустройством, чтобы жителям города было хорошо и все успокоились. Неожиданно. Вот, кстати, никогда не задумывался над этим вопросом. Я думаю, что, конечно же, отрицательно, да, но, нельзя, да, какую-то череду, там, условно говоря, убийств, да, завершить еще одним убийством, да, все похоже на колесо, наращивать оборот. Надо как перестать убивать, наконец-то, начиная с кого-то, может быть, что-то пойдет по-другому. Для меня нет запрещенной любви. Вся любовь, даже, ну вот, если это любовь, то она не может быть запрещена. Или это уже тогда не любовь. И если надо ее запрещать, даже самому себе, ну, значит, в этом что-то не то. Значит, не любовь. Я все больше убеждаюсь в том, что это именно иллюзия, но я считаю, такая условная какая-то единица, что все хорошие. Я люблю человечество. Я люблю человека, но очень сложно переношу человечество как массу. А в человека верю. Потому что человек хороший и священный и любимый. Но временами кажется, что это иллюзия. Что не все. Наверное, картинка, описанная Кропоткиным. Ну, анархическая картинка, когда анархия – это не ребята, да, с бомбами, да, о которых, к сожалению, дискредитировали само название анархия. Вот. А
абсолютное какое-то состояние мира, взаимоуважения и любви какой-то внутренней. Как каждый слушает, каждый высказывается, каждый говорит. И каждый делает что-то, что не мешает окружающим. Больная тема. Ну вот, с одной стороны, я уже говорил про сроки и какие-то оголтелые абсолютно о принятии решений различных. Понятно, что очень много всего показушного делается. Ну так. Вот. Непонятные, вернее, конечно, понятные, но все равно непонятные все эти истории с новой Москвой и прочие такие же глобальные какие-то градостроительные сентенции. Но что самое смешное, что в последнее время я начинаю думать, что из-за своих каких-то размеров Москва все может переживать, дождаться смены какой-то одной градостроительной парадигмы на другую, переживать ее, дождаться смены, ну вот как-то какой-то нормальный процесс, да, если не расценивать градостроительство как вот здесь и сейчас, да, а расценивать его как здесь, но потом, а когда-то, да, через там, сколько-то лет, ну, длинный процесс. Вот, то все это уже не так ужасно. А вот, если здесь и сейчас, то очень много, конечно, глупостей, невзвешенностей, непродуманностей. Я, в принципе, считаю, что парк там не нужен. Так глобально. Потому что, ну, это такая очередная популистская какая-то мера, когда... У меня есть понимание, что парк — это хорошо, там можно отдохнуть, провести время, погулять, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но, во-первых, в Москве реально хватает парков и зеленых кусков. Там, по какой-то статистике, я не помню, какого года, если говорить про Москву, именно Москву, без Новой Москвы, а около 60% территории Москвы — это зеленые насаждения. 60%. Я тоже сначала удивился. Вот. И вот с этими цифрами, да, делать еще какие-то новые дополнительные парки вместо какой-то нормальной городской застройки, а которая там была бы вполне уместна, да, там низкая, невысокая, такого человеческого масштаба. Вот. И лучше уж силы отдавать на какое-то доведение до какой-то нормальной кондиции существующих скверов, парков. Причем вот не парка Горького, да, а уже каких-то локальных скверов, парков там, ну вот, везде. Благо, что их хватает для того, чтобы осваиваться. Я на них ем. Все. Культа нету. Есть зачастую непонимание, как оно все работает, почему оно работает именно так. Но это уже вопросы к Кропоткину и прочим. Интуиция — это какой-то второй внутренний закон человека. Вот, только чем, ну, внутренний голос какой-то. Его или слышишь, или не слышишь, или как ты его используешь, или не используешь. Больше с ним все зависит от каких-то разных ситуаций. Абсолютно.